Всем привет! В этом ролике я расскажу вам, как скачать любое видео из TikTok. Сделать это очень просто. Выберите видео, которое хотите скачать. Затем нажмите на кнопку «Поделиться». Нажмите на кнопку «Сохранить видео». После этого начнется загрузка на ваше устройство. Когда загрузка завершится, вы можете посмотреть видео в галерее. Обратите внимание, что видео будет скачано с водяным знаком в виде логотипа ТикТока и никнеймом автора. Если кнопки «Скачать» нет, это означает, что автор запретил скачивание видео. О том, как запретить скачивание, мы рассказывали в нашем прошлом видео. В таком случае скачать видео можно будет только с помощью сторонних ресурсов. Также видео будут скачаны без водяного знака. Однако мы не призываем вас использовать данный метод, потому что это является нарушением авторских прав. Для начала нам нужно скопировать ссылку на видео. Для этого нажмите кнопку «Поделиться». Тапните на кнопку «Ссылка». Ссылка скопирована в буфер обмена. Теперь зайдите на сайт sss.tiktok.io. Вставьте ссылку в окошко. Затем нажмите кнопку «Скачать». Нажмите кнопку без водяного знака. На экране появится реклама. Можете нажать на крестик. После этого появится всплывающее окно. Нажмите кнопку «Загрузить». Справа вверху появится значок загрузки. Тапните на него. Затем тапните на файл. Слева внизу нажмите кнопку «Поделиться». Выберите пункт «Сохранить видео». Все готово. Видео сохранено в галерее. О каких фишках TikTok нам рассказать в следующем видео? Пишите свои ответы в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.